Всем привет! Вы на канале Madcom TV, а мы продолжаем играть в игру Tom Clancy's The Division. И мы записываем третью серию. С вами Серов. И Алекс. И мы будем спасать, мы два отважных негра, будем спасать Нью-Йорк и Галактику от злобного вируса. Мойте руки перед едой. Так, ну что, пойдем. Да, и занимайтесь физкультурой. Это очень важно. Так, что выбираем? У нас осталось сайд-квестик. Спасаем сестру нашей напарницы. Первую часть мы выполнили. Идем выполнять вторую. У нас тут все плохо, все горит, все болеют. Ночь. У нас автоматы, поэтому нам не страшно. НАТО не хватает. И Б5-го. Да, и Б5-го. Вот Б5-го сразу тут весь вирус зашел, исполнил. Зашел, да? Да. О, смотри, спорь. Они а ну не сейчас, спорьте. За еду, наверное, дерутся, да. Это ниже? А. Угу. Ну, я им пригрозил, они поняли намек. А иногда не срабатывает. Ты больная? Слышу? Ты больная? Так, эхо, что ли? Где? Вот тут, похоже. Нет. Да. С вами находится эхозапись. Так, и чё? Сейчас глянем. А, она наверх поднялась. Угу, домой заходит, видимо. Давай, давай. Так, как нам туда зайти? О, прикольно. Сейчас посмотрим, что там. Классно, а, да, да. Да, ну наверх мы не можем. Так, ну пошли, как нам компьютер показывает. Компьютер, видимо, показывает, что с двора вход. Да. О, что-то там кто-то приболел у нас опять. А! Что это было? Нет. А, понятно. Спасибо тебе огромное. Нет, тут есть, есть, есть. А по-моему все уже мертвые пришли. Нет, сзади, сзади, сзади. Двое, двое. А, не, ну, это обычные. Вот впереди, смотри, там эхо. А, подожди, эхо. А ну вот, да? Где я? Так, и че тут? Че тут? А, грабить пошли. Че нам торчать на морозе, пока ты все себе загробастаешь? Ах, чертова холодрыга. Заткнитесь и следите за переулком. Программист. Род занятий программист. Находится в розыске за особые тяжкие преступления. Вот я всегда знал, что компьютерщикам доверять нельзя. Они все себе на уме. Понятно, будет весело. Да блин, залазит. Фей, Фей, это хэкер. Тут кровь. Нет, не сказал. Слава богу, я так за тебя волновалась. Тут шкаф, это важнее. Где ты? Ты в порядке? Я забыла рацию в квартире. Наверх надо что? Ну, все нормально. Правда, пришлось разбить гитару о башку одного урода. О башку одного урода? По-моему, тут без нас справились. Так, и все. О, вот а вот и гитара с парнем. Оперативно вы работаете. О, холодильник. Хавчик, хавчик. Скажу честно, агент. Я тебе где-то здесь есть все это. Очень признателен. Я вышлю за ней патруль, но прям скажем, я перед тобой в долгу. Да, в большом долгу. Не надо было им грабить. Я не знаю, как. И гитара хорошая. Ладно, я буду на связи. Не, не стреляю. Так, ничего особо не надо, да? Да. Ну, надо, я так понимаю, вернуться к ней, она же нам что-нибудь даст, да? Или нет. Не заслужили. Не заслужили, смотри. Молодчина, агент. Если сумеешь пережить обратный путь, мы порадуем тебя подарком.
Только учти, да, что у меня уже есть другие кандидаты на тот случай, если ты погибнешь. Но это же логично. Да не, я думаю. Ага, у нас тут друзья. Не. А, да, с другой стороны. Я с той же, с которым пришли. Ты выбил? Двоих из трех. Или сколько их там, четырех? Ты зачем меня стреляешь? Я же добрый. Слышь, козлина, ты зачем меня стреляешь? Я спрашиваю. Да, зачистил. Да. Ох уж эти программисты. Обнаружен активный эхо-маяк. Танк на СВД. Нехило-то. О, телефон. Да. Да. О, побежали сразу это зачистить. Алло. Электроника там. Кто это? Ну как тебе нравится? Собачка что? Чтоб тебе названивали в 4 утра, а? Стой, иди сюда. Извращенца. Где-то здесь. А, нет, это не с этой стороны. Наверху что ли? На крыше? Да. Видишь, да? А, вот. Да, может. А, да мелочь, наверное, да, какая-нибудь тяга. Может, медицина какая-нибудь. Да, ну там, наверное, не медицина, я так понимаю, лимонадик, что-нибудь такое. О, а ты мы здесь, наверное, были. Ну, так, вероятно. Да, мы были здесь. Зачищали, да. Адский ад. Это как? Угу. Ну, это совсем плохо, когда. Это когда Б5 на тебя бомбится, вот это адский ад. Дашь ему? Я твой должник. О, понял, он твой должник. Пусть бежит вперед. Зачищает. Да-да. Как они иногда тут говорят, я твой должник, или я твой друг, там, до гроба, или что-то типа того. Ну, то есть, на ближайшие 15 минут. Если оценивать ситуацию. А я тут все взял уже. Они же там раз-два часа генерятся. Раньше можно было, отбежал, побежал. Это да? Изначально. А, так, что-то я куда-то убежал. Нет, я не убежал. Все правильно, я, нам да, на базу надо. Не, я просто думал, что я уже ее совсем убежал от нее. Так, посмотрим. 20% у нас прокачано медицины. Очки еще есть. Будем копить. Ты молодец. Но нужно работать дальше. Так. Агент, то, что тебе до сих пор удается избегать смертельных ранений и гибели от зубов одичавших собак, говорит о твоей компетентности и, пожалуй, везучести. Так или иначе, ты молодец. Какая милая дама. Прям ужас. Какая милая. Так, куда мне бежать-то? О, подожди. Забавно. Стань на месте и ничего не делай. Да, да. А меня показывает, как ты. Мы же друг друга не видим, да. Но нам показывают на карте, где мы бегаем. Так, ну и куда нам бежать-то? Да, никуда. Пошли дальше по сюжету. Я вот предлагаю медицину освоить, чтобы нам что-нибудь хорошее качнуть медицинское. Что у нас тут есть? Босс, первая фаза прошла успешно. Ну, собственно, повторяю, вот. Есть первая фаза. Агент, доктору Кэндалл нужно депо Хадсон-Ярдс. Там возник стихийный палаточный городок из тех, кому больше некуда идти. Доктору Кэндалл требуются образцы крови этих беженцев. Тех, кто не заразился вообще, тех, кто заболел, и тех, кто пережил долларовый грипп. Надо взять депо под свой контроль. Обеспечь это, остальное наша забота. Так, ну и? Да я просто дал прослушать все задание. И вперед. 200 метров? Да. Как хорошо раскрасили машинку. Прям творческие личности здесь. Под носом у ментов. Да, ну тут такие менты, что их сами бы раскрасить могли. Если бы не мы.
отважные бойцы. Тут два человека спасают весь город. Удачи тебе. Ага, и вам того же. Рада видеть. Говорят, в той квартире жил друг Я тебе не враг. Кстати, вот еще обратил внимание, как-то птицы тут очень медленно летают. Практически с той же скоростью, чуть-чуть быстрее, чем бегает человек. Я уж не знаю, может быть, в Америках они такие медлительные. Да, скорее всего, так. Объевшийся. Что там у вас? Да, с бургерами. Это, по-моему, сейчас будут у нас эти чистильщики, да, здесь? Когда нам тут... Да. Когда нам тут... Агент. Когда мы не знали... Здесь. Когда мы не знали, как с ними биться, нам тут... Нас всех сжигали. А значит, у кого-то из них должны быть антитела, которые реально могут помочь при создании этого проклятого лекарства. Ну, надеюсь, в этот раз это займет меньше полутора часов. Что касается больных, на только эхо не активирует разнообразие вируса и скорость его мутации. В общем, до тех пор, пока эти люди мне нужны, они должны оставаться в живых. Ясно? Мой уровень. Отлично. Все нормально? Начнем? Ну, меня сейчас. Скажешь, когда готов? Готов? Не, сейчас подожди. Ты наверх заберись, кстати. Так а вот сделал. Сейчас я уже никого не вижу. Кажется, кто-то заболел. Это вообще жесть. Не, легко. Убей. Ты только не сгори там. Кого гранаты кидаешь, чудак? Так. Я наверху. Вниз спускайся, насколько сможешь, или наоборот назад, уж не знаю. Сейчас попробую. О, не. Ко мне тут друзья прибежали. О, полегчало. Стоять. Угу. Все. Так, знаешь, что тогда нужно было? Надо было тебе убежать, и я бы респаунился. Да, я уже тоже об этом подумал. От тебя гранатом закидали, да? Да, мне гранату прям прилетело, прям четко в глаз. Это ладно, так, что давай в глаз. Я опять вверх. Ты, надеюсь, там не с снайперки их пытался отстрелить? Со снайперки. Есть мнение, что автомат здесь лучше. Они на раз выносятся просто, там хедшоты раздавай. Засвет сделаешь? Сейчас. Добрый день. Ты в кого гранату кинул, сволочь? Ой-ой-ой. Ну я был что ж такое? Сейчас. Да тут один залез ко мне. Вижу. Готов. Минус. Так, сейчас должны лечить. Ты лечись, если что, не забывай. Там кому-то потеплело резко. Слева что-то кто-то или это наверху? Да, это наверху. Так, подожди, оружие сменю тогда. Снайперки. Да, тут, кстати, поставлю. Снайперка нафиг не нужна. Если пулемет есть, тут пулемет заходит. Давай эхо посмотрим и дальше побежим. Сераф, подожди, давай эхо посмотрим. Здравствуйте. А что вы здесь забыли, сударь? Да.
Да блин, отцепись от стенки. Блять. Ну что ж ты делаешь, то дурень? Ой-ой-ой. Сваливай, если тебе плохо. Потому что меня сейчас положат. Блять, положили. Отползай, что сказать. Сдаюсь, держись, держись. Да я тут, честно говоря, не особо собирался умирать. Но теперь начну. 20 штук. На секунду, держись. Да я их и так всех перебью. Готово. Агент, послушай, Фэй говорит, что чистильщики уже захватили весь палаточный городок. Очень на то похоже и вполне в духе чистильщиков. Представь, что ты жаждешь уничтожить вирус подчистую. Куда ты пойдешь? Туда, где его больше всего. В лагеря беженцев, в палаточные городки. Бум-пум-пум-пум. Патроны. Говори, что... Нужны патроны? Да. Их это есть жестоко, у меня. Но крайне эффективно. Да, если ты маньяк-убийца. Давай эхо а посмотрим. А ты не думала, что эта эпидемия заслуженная да, кара точно, для всех нас? Забыл. Постоянно, доктор. Постоянно. Удачи, агент. Гуляш. Из зубачки, наверное. Художник. Меня сейчас выведут. Студент. Слушай, студент, другого они... ничего нет. Да и все. Ничего особо полезного. Патрон, если что, в вагоне справа. Патроны не все пригодятся. Да, тут долго стрелять. Так, где ты говоришь? Левый, по-моему, вагон длинный, вот где стоят они. Угу. Так. Хм, ну ладно. Осторожней, помнишь про мины? Помню. Это куда? Смотри, как я тут. Угу. Внимание! Повышенный уровень заражения. Меня слышно, агент? Сейчас ты идешь прямо в пасть зверя. Не забывай, что я сказала про беженцев. Я понимаю, что ты и без того будешь стараться их защитить. Но мне нужны, очень нужны эти пробы вируса, особенно образцы антител у выживших. Так что стой. Эти люди действительно нужны мне живыми. Ты понимаешь, о чем я. Все, я возвращаюсь к работе. Конец связи. Так, а вот и парень, помню, да? Да. Ага. Готов? Готов. Да. Веселые парни, красиво взрываются. Не выстрелил.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, мой косяк. Ты сбоку пошел? Да, да, на самом деле я так и не... И тогда не понимал, и сейчас не понимаю, нафига здесь вот этот обход. Ничего не лежит, ни одного ящичка. Зато три мины. Это так, на всякий случай? Да. Нет там нифига. Так, подожди. А куда ты идти-то? Вот сюда, куда я... А-а-а. Оу, помню, стоило этого дела, да? Они, походу, дело просекли. Ага, я и говорю. Подожди, не подавляю. А, или ты его практически убил? Нет. Ну ты чё такой... Ретивый там. Не хочет умереть. Я тут от ящиков стрелял, вообще красиво. От ящиков, от почек. Угу. Смелый. Так, ну и чё, куда дальше-то? Ага, убил. Дальше нам, дальше. Что тут даже ничего нету? Да, действительно, даже ничего нету. Не подумано. Не дают нам развернуться. О! Я думаю, ага, я думаю, они удивились ничуть не меньше нас. Так, этот мешочек. А, у меня полностью. Да, у меня тоже. Но мало ли. А медицина. Идите. А, вот здесь что-то. Бегите, глупцы. Внимание. Да. Обнаружено потенциально огнеопасное вещество. Рекомендую провести анализ. А там их 4 штуки по. Да, точно. Это напалм Б. Такого количества им хватит на все это чертово депо. Надеюсь, что нет. То есть они намерены выжечь палаточный городок подчистую. А как они проанализировали? Вместе с беженцами. Но у них же супер-мега-компьютеры в часы встроены. Так, там, по-моему, парень даже то ли желтый, то ли голубой. И он может с нами сделать именно то, что делают голубые. Если желтый, хорошо, если голубой... Не, если желтый, то он здесь, да, вон они, синие с этими. Я наверх. Да нам отступать, скорее всего, придется. Он же может ставить этим... Фу, турельки. Ну, да, что делать. А учитывая... Ну, короче, ладно, сейчас посмотрим. Засветку дашь? Перезаряжается, только что давал. Давай ну, так. Ну, тогда подожди. Ну, ладно, ждем. А то сейчас нас сбоку там зайдут. Не, а у нас тут вот только они спереди. Я сразу начну по синему отрабатывать. Так, а я сразу возьму осколочную гранату. По какому синему-то? А вот внизу. На, ну, внизу? Ну давай я тоже. Так, свечу. Сейчас, сейчас, подожди. Поехали. Минус синий. Еще один там. Он еще и гранатки умеет кидать. Вообще мастер на все руки. С дробовиком. Все, еще один синий минус. Да все, они все мин. Не-не-не-не-не-не, назад, назад, назад. Тут сейчас будет волна.
Да, уже увидел. Как-то так, легко. Ну потому что мы тогда на уровень ниже здесь играли. Да нет, я просто вспоминаю, как я один тут играл. И мне тут тоже пришлось тяжко. Я тоже не бандит. Ну, людей граблю убиваю. Потому что я еще и не. Патроны, видишь, скажешь, я постоять много патронов. Я тоже поднялся, да, вот я типа тебя жду. Жопница начнется, помнишь это? Да не, я нормально. Попросить. Тут главное тактически правильно проходить. Где-то здесь должны быть. Кито. Патроны. Он есть. Патроны, а, они, видно. По-моему, в самом конце, нет? Не-не-не, вот здесь. Бали, я туда не побегу. Так, я уже запутался, откуда мы пришли. Сюда-сюда, налево. Ну, парни, сейчас вам влетит. Так, засвет если дашь? Уже дал. А, то есть засвет. Подожди, я тогда переберусь на другую сторону. Черт. Давай. Там с двух сторон. Тяжелее, как минимум. Значит, им надо торопиться. Слушай, да. подожди. Я сейчас, кстати, вторую-то возьму себе. А у меня обе только скар. Ну ладно. Готов? Здесь будем. Так, патронов не видел? Mm-mm. Зато вижу красных парней. Ну как, агент, они уменьшаются. Как только тебе удастся взять ситуацию под контроль, так я пришлю объединенный отряд ЦР и ОТГ. Прикрой они меня. Они возьмут пробы крови у беженцев. А как же врачи? Нашел какую-то фигню. Да, доктор, парочку врачей тоже возьмем. О, вот парочку? Здесь. Что, всего двоих? Наши люди и умеют оказывать сюда первую помощь и брать кровь из вены. Действуй, агент. Да, надеюсь, не загрязнив при этом пробу. Да, и не подхватив заразу. Что ж, поверю тебе на слово. Спасибо, не доктор. Не карась. Действуй, агент. Снайперы, я помню, были, которые нам нервы трепали. Я бы рекомендовал тебе спрятаться. Он поставил машинку пулеметную. Это проблема машинки пулеметной. Парень, ну чё так обижаться-то? Ё-моё, не зря багана у нас. Сборщики проб, слышите меня? Отель на месте, говорите. А, отлично, лейтенант. Итак, пока эти пробы нужно заносить в журнал возраст, пол, национальность,
состояние здоровья по 10-бальной шкале. Пробы следует маркировать и сортировать по принципу... Я сам напугался. Прошу прощения, доктор. Но может сначала дождемся сообщения о том, что операция завершена? Ты что, не веришь в своего агента? Просто не хочу распылять силы. Лейтенант, свяжитесь с доктором, как только район будет зачищен. Есть, мэм. Не волнуйтесь, доктор. Все будет в порядке. Надеюсь. Ведь речь идет всего лишь о выживании человечества. Вас понял, док. Конец связи. По-моему, парням хана. Да, патроны-то... А вот сейчас. А, вот это место, да? Да, да, да. Ну, кстати, тогда такое ощущение у меня, что это то ли глюк был, то ли мы тупили, потому что как-то оно намного проще проходит. Да? Становишься наверх и просто их выносишь. Они не бесконечно идут. Может быть, то, что у нас было четверо, поэтому их столько перло, что мы просто их банально, ну, не в состоянии были убить. А так, залазишь наверх, отстреливаешь там 1-2 человека. Одного-двух. И спрыгиваешь Разве? Вверх, отстреливаешь. Ну, в общем, все будет хорошо. Упа. Я думаю. А, да, я немножко перезаряжусь. У меня там вроде что-то было из хорошего. Так. Ну, так себе. Ладно, черт бы с ним. Так, я готов. А за свет дай. Все, погнали. Вы сами отлично понимаете, этих людей никто не спасет. Они уже мертвы, все до единого. Но мы пока нет. И мы должны исполнить свой долг. Возможно, нам еще удастся спасти свою страну. И все бегут. За работу. Чувствую, что тебя сейчас будут убивать, спрыгивай вниз. Я тебя поднимать не буду, так и знай. Я вниз. Вниз. А, граната. Ну куда ты в огонь-то? Граната. Граната. Блин, его нужно сразу убрать. Подожди. Ты видел, где он стоит? Нет. Вот тебе засвет. Угу. Справа вверху. Ай-яй-яй. А, оказывается, можно вниз. Подними меня. Стой, стой, можно стой, вниз стой, и так стой. Упасть. Что-то мне приплохело. Стой. Вот как-то так оно лучше. Подожди, я по одному. Пираф, по одному. Агент уходи, из уходи, вашей уходи. Группы ранен и нуждается в помощи. Давай, ползи. Активнее ползи. Нехотя ползешь. Будем выскакивать, короче. Давай. Так, ну ты тогда пока лечись, я наверх. Что-то они как-то там вообще нас не любят. Сейчас прыгай. Угу. Не, ну вот
конечно, геймдизайн тут так себе, в таких местах он прям себя выдает. С другой стороны, может быть, ничего лучше нельзя было придумать. Уходи. Блин, тупой какой он мне. Вы знаете, что поставлено на карту. Вперед! Еще, так, может, друзья, быть, я тогда... А, еще бегут? Да. Ну, я говорю, тут несколько волн. Так, просто подожди, я знаю, как его возьму. Надо пережить. Сейчас этого буду отстреливать. Какая занимательная игра. Тир, блин. Я вниз. Не умираешь то фейерверк за счет правительства США. Кажется, мы победили. А, не, вон еще. Вот теперь. Нет, там один. Одна козлина, по-моему, сидит еще. Сейчас я проскань. А, ну да, 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 вот же он. Только непонятно где. Ладно, я вниз. Смотри. Если тебя убьют, это скверно. Ну, нормально. Так, пошли собирать трофеи. Тут не очень много трофеев. Ну, лучше, чем совсем ничего. Так, там, по-моему, да. Так, подожди, пулемет он пустая. Найдешь пульт управления краном, сбрось резервуар в безопасном месте. Как-то бежали постоянно. Помнишь, мы здесь, по-моему, втроем пошли, да? Ну, тут всем надо бежать, это нормально. Нет, а вчетвером не получилось, зато втроем пошли. Да. А, в смысле, что выиграли, прошли? Да, да, я да. Я вам что, пробежали, ты имеешь в виду, прошли. А, сейчас взрыв будет, может. Да, смотрим. На что ушли деньги аниматоров. Прям как в кино. Туду. Думаю, а там это все. Отличная работа. Так, да, левел ап, левел ап, да. Так, сборщики, обращаюсь к вам. Как я уже сказала, надо промаркировать пробы крови и рассортировать так, чтобы проще было выявить основные факторы. И давайте перейдем на другой канал, чтобы не утомлять агента. Так, что-то как-то ничего интересного мне не выдали. Так, мне тоже какую-то хрень выдали. Только перчатки охотничьи. Ты ящик, а, отнесу? Слушай, подожди. А что это еще у меня тут было? А, разведданные, точно, да. Можно посмотреть разведданные. Смотрим кино. Так, и это как? Одна из самых опасных черт вируса — способность к адаптации. А что-то вирус? Он быстро мутирует, и антителам с ним сложно справиться. В образцах, взятых у людей из депо,
Зеленая трава уже демонстрирует генетический сдвиг, причем значительный. То есть нам будет еще труднее разработать вакцину. Образцы, которые удалось добыть в депо у тех самых беженцев, дали нам богатую пищу для размышлений. Я загрузила отчет в базу данных. Посмотри на досуге. Жух! И спускаемся вниз. Тут, кстати, где-то должен быть телефончик, если я правильно помню, да? Насчет принудительного перемещения, это самая темная зона. Зачем она? Мы уже говорили об этом на пресс-конференции. Обратитесь к ее записи. Все остальное засекречено. И я не могу. Значит, вы говорите, что это какое-то обеззараживание? Это весьма щекотливая ситуация, в которой нужно действовать прагматично, мыслить глобально. На карту поставлены жизни миллионов людей. Вот так вот. Так, ну что, я думаю, что третью серию можно на этом заканчивать, как ты считаешь? Да, ну что ж. За любовь. Так... да. Я думаю, мы неплохо здесь повеселились, очистили очередной квартал от злыдни. Добро победило зло, как обычно в кино бывает. Вот, и мы на один шажок приблизились к финалу, что-то узнали. Вот. Что ж, третья серия на этом у нас заканчивается. Спасибо, что были с нами. С вами был Серов. Алекс. Мы вас любим и прощаемся с вами. А, да-да-да-да, слушай, надо, как обычно. Да. Мы вас любим. Мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.